Всем привет, сегодня снова с вами Басон, и сегодня будем проходить игру The Bug Butcher. Давайте продолжим. Так, из новых способностей мне хватило денег купить вот этот пузырь, жука-щит, но что-то не написано, восстанавливается он или нет, но поиграв один раз, я понял, что он не восстанавливается, то есть на одну атаку, грубо, дополнительная жизнь. Что-то не особо, мне больше нравится скорость именно на Гарри. Так, давайте начнем играть. Так, у нас сегодня четвертое. Нет. Так, четвертая зона, 19-я миссия. Так, давайте начнем. 19-я зона. Точнее, миссия. Арх, что за место? Здесь чертовски жарко. Это место, где мы производим нашу сталь. Нам нравится называть это место подмышкой страны. Восхитительно, что за дела с гигантским молотом. Ах да, не самая безопасная техника. Просто будьте уверены, что не находитесь под ним, и все будет в порядке. Ну чё, погнали. Площадки-то чё? У нас тоже опять мешаются. О! Оба. Так. Опять эти камушки. Вот здесь они эффективны, эта хрень. Вот так вот. Вот она эффективна, когда их очень много. И они рядом находятся. Но они, грубо говоря... Блин, встал. А вот с молотком играться это опасная вещь. Расплющит и даже не заметит. Так, у меня достижение убить 1000 с помощью ракет. Так, давайте продолжим. 20-я миссия. Что у нас тут будет сейчас? Какая-то очередная хрень, жучок. Еще один. А, они еще и стреляют. Надеюсь, они моих ученых не хавают. Блин, словил. Так, ожучало. Так, ты здрысни-ка от моего ученого. Чё-то какой-то долго... умирающий. Зараза. Yeah. Oh, yeah. Давай-ка. Еще что-то там. Ох ты, ё-моё. Блин, не успел. Ульту прожал, все равно меня коснулся. Теперь буду знать, что здесь такая дрянь вылазит. Жучара. Ух ты тут. Ракеты хорошая вещь, но не всегда. Так, этих мы всех распотрошили. Давай, дохни, дохни, дохни. Фух. Даже уже меньше минут остается время. Так, 20-я миссия окончена. Продолжаем, 21-я. Ах ты ж, зараза. Срущие.
Так, под пресс лучше так умеет не вставать. Чего у нас тут ожидается? О, хорошо. Блин, встал под самый луч, блин, на последней жизни влетел. Ах ты, зараза, забыл, что он здесь падает. А, блин, зараз, зажали, гады. Блин, ну ты ульт так раскончился. Давай, зараза, сдохни, сдохни. Блин. Ну, здоровье. Давай еще. Так. Рез, давай, давай, давай. Получила, сдохни. Даже осталось. Ох, как тут веселуха-то начинается какая. Бляха-муха, прям под пресс сунулся. Вот такие случайности тоже бывают. Ну это как, а? Развались уже, зараза. Вот что, плохо, что они не умирают с одного удара. Мужик, слышь ты. Зашибись. Вот как, значит, под ульту попало, а. Блин. Даже через такое количество выстрелов прошиблись она. Вот эти патроны уже прошибают больше. Давайте, лазерджет мой.
Давайте мне пулемет. Мне даже для тебя подарок остался, малыш. Так. Главное под пресс не угодить. Паучок! Все. Да, 24 секунды осталось уже. Даже с полностью прокачанными то с трудом хватает. Если, конечно, придрочиться там, то можно. Так, это 22-я у нас уже идет. Ну, погнали. Чего нас тут ждет? Большая и толстая туша, которая своих мелких говнюков здесь плодит. Так, тушканчик. Блин, давай. Так, один готов. Стопудово, здесь еще один может быть. Давай, кто там следующий? Каменные глыбы. Ух ты, ё. Чё это здесь? Так. Разорвало. На британский флаг причем. Ах ты ж зараза. На тебе разговор короткий. Вот такой. То есть можно в подходящий момент просто кинуть эту гранату, время остановится и можно все потрошить. Так, дальше, 23-е. Фух. Честно, уже сложновато. Вот когда вот эти, ладно, еще можно их мочить. Они дохлые. Правда, их много, ну и ладно. Ну, бывает, когда здесь начинается всякая хрень вылазить. Это уже не в кайф. Жесть, когда вот такая начинается. Не знаешь, кого и что мочить. Сейчас какая-нибудь еще очередная долбатня выпадет. Так и думал. Ее и так расплющило. Босс упал не вовремя, называется. А, то есть под прессом они тоже мрут хорошо. Так, я под прессоваться не хочу, я знаю, что я умру. Прям под прессом встал в последний момент. Так, далее. У нас 24-я, последняя миссия в данной зоне. И опять любимые всеми лифты. Так, я лучше отойду нафиг для безопасности. А то мою жопу тут раздает эта хрень. А теперь еще и две. Так-то они дохлые, но то, что они еще и стреляют, вот это не особо радует. И вот эта хрень. То, что здесь их много.
бронебойными, блядь. А, зараза. Стоять, электровень, ксаны. Сдохни ты. Вот это быстрее убивает. Даже простые здесь уже появляются, но они тоже геморройные. Блин, ну как ловишь, а? В такой толпе просто не различаешь, как куда лежишь. Вот только мне это очень хватало, новый какой-то босяра. Как мне тебя валить? Ладно, будем так. Еще не все, а дальше продолжение банкета. Ребята, блин, вас слишком много уже становится. Ладно, попробуем. Так. Надо на босса что-нибудь приберечь такое. Эксклюзивное, так сказать. Потому что на этих говнюков не нападать. Они еще и прыгают и стреляют. Так, здесь большую часть мы завалили просто так. Сан электровеник, а? У тебя что, лампочка что в жопе? Так, здесь я лучше приберегу, так сказать. Даже здоровье себе дали. Тут же его забрали. Давай. Блин, сразу аж словил все, а? Вот теперь босс завалил. Можно так, в принципе, им не давать сразу падать даже. Блин. Ах, как зараза, а. Да хрен ты мне здесь электровеник дойдешь. Вот так вот в одну точку встать и валить их. Блин, а. То, что их много, это да. И то, что они еще постоянно движутся, это тоже проблемно. Прыгающий кенгуру, ты хренов. Теперь босс. Там что, все хренная хрень. Давай, давай, давай. Танцуем диско. Фух. Весело и жестко. Как видите, здесь 5600, уже третья звезда. Это просто надо без единого удара по вам проходить. Так, и последняя у нас пятая локация. Тьфу, я думаю, у вас, ребята, есть небольшая проблема с заражением. Насчет этого, боюсь, я не смогу присоединиться к вам в этом зале. Вместо этого я буду держать связь по селектору. Я не удивлен. На этом мы остановимся. Данная часть игры у нас уже пройдена, это четвертая зона. Следующим будет прохождение пятой и последней зоны. Всем спасибо за внимание, оставляем комментарии под видео, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Всем удачи, всем пока!